Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Начала общаться с клиентом по работе и дошло общение до того, что он просит, чтобы я начала изучать гипноз и ввела ему гипноз. Ему нужно очистить карму, говорит, что живет не своей жизнью, я вообще никогда такими вещами не занималась, гипноз для меня это очень страшно, для чего он просит меня об этом, он хочет, чтобы я все проблемы потом на себя его взяла, спасибо. Нет, ну, я не думаю, что прямо здесь конкретно просто касается того, чтобы вы взяли всю ответственность на себя, я так не думаю. То есть я не думаю, что вот конкретно здесь речь идет об этом. Ну, просто потому, что, на мой взгляд, вас человек, получается, просит просто, ну, так сказать, использовать какую-то, ну, технику и все. Вот. Другое дело, что это техника весьма серьезная, на мой взгляд, весьма серьезно влияет на человека. То есть вот я думаю так, и я думаю, что без подготовки, без обучения вот этому делать это очень опасно. И на мой взгляд, то, что вы, ну, например, как-то вот самостоятельно изучить ее, вот, не сделает вас профессионалом в этой области, потому что, на мой взгляд, нужно все-таки, чтобы вы это делали под, ну, присмотром, что ли, более такого старшего коллеги, если угодно. Вот. Мне кажется, что вот, только так можно обеспечить вот, основной принцип любой служащей профессии не навреди. Вот. Как-то так. Я думаю, что из этого вам нужно исходить. Вот. Ну, на мой взгляд, из этого вам нужно исходить. Вы, конечно, решаете сами, из чего вам исходить. Но вот. Я думаю, что так. Я думаю, что исходить вам нужно из этого. Вот, естественно, что если вы чего-то не хотите, да, естественно, если что-то у вас вызывает сомнения, да, если вы опасаетесь чего-то, не уверены, там, допустим, ну, допустим, вы не уверены в себе, вот, то делать этого, конечно же, не нужно. Действительно, человек вмешивается в ваше личное пространство, действительно, человек нарушает ваши личные границы, очень важно уметь, на мой взгляд, отказывать таким людям. Да, для того, чтобы они, эти люди, понимали,
Вот что не все просьбы, ну, можно реализовать, да, не все просьбы можно выполнить, и что есть там некоторые ограничения, да, у вас и так далее. Ну и кроме этого, я бы сказал, что гипноз не очищает карму. Я не знаю, откуда взял это ваш клиент, вот, что гипноз способен очистить карму. Нет, гипноз карму не очищает. Вот. Гипноз, он помогает для совсем других целей. Вот. Поэтому прежде чем просто даже пытаться этим заниматься, да, вы как-то вот уточните у клиента, а тот ли он выбрал способ, да, для достижения своей цели. Потому что вполне возможно, что человек несколько ошибается в том, какие средства, да, он выбрал для того, чтобы добиться своей цели. Очень может быть, что его ждет, так скажем, разочарование. Вот. И вот, чтобы не было вот этого, чтобы не было, условно говоря, вот этого, ну, вот этого разочарования, да, вот. На мой взгляд, ну, важно как-то определиться с тем, что для чего делается, вот, и, соответственно, ну, чтобы не было вот таких моментов, да, чтобы не было таких каких-то разочаровывающих вещей, вот, чтобы все-таки вот мы и клиенты не навредили, да, там, грубо говоря, да, и чтобы вот могли себя сохранить. Вот, как-то так. Если вам сложно отказывать людям, да, вот, такое бывает, если вам тяжело говорить нет, вот, то в этом случае, я думаю, что можно этому поучиться, да, то есть можно научить вас навыкам, вот, того, чтобы говорить людям нет, вот, и, соответственно, тогда вам будет проще говорить людям нет, и проще справляться с этими ситуациями, вот, потому что, ну, вообще говоря, да, клиенту-то, собственно, какая забота, да, ну, у него есть проблема, он пытается ее решить. Ваша задача — направить человека, если не
ну, если не профессионально, да, то хотя бы, значит, ну, хотя бы своими навыками, вот, общими, то есть, вот, ну, общими навыками, вот, хотя бы, вот, направить его. Поэтому, вот, тут такой аспект и такой момент. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, вот. Я прекрасно понимаю, что, может быть, вам нелегко в этой ситуации, в которой вы оказались, да? Вот. Но, тем не менее, если так получилось, да, что вот вы оказались в этой ситуации, то нужно хотя бы грамотно из нее выйти. Вот. А, ну, на мой взгляд, если вы вот как-то в целом столкнулись с такой ситуацией, да, то есть вот если вы говорите по поводу того, что, ну, про ответственность, вот если вы говорите и так далее, вот, то, на мой взгляд, вы могли вполне сталкиваться с, ну, нарушением личных границ уже, вот. Возможно, вы сталкивались с этим нарушением личных границ, ну, знаете как, со своей стороны вы сталкивались с этим, вот, так вы могли сталкиваться с, значит, извне, вот, ничего хорошего для вас в этом, конечно же, нет, быть не может, но я думаю, что вот, если научиться на такие ситуации реагировать, вот, то я думаю, вам они будут не страшны. Вот. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что еще раз, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, хочется пожелать вам дальнейших успехов в вашей работе. Вот, и надеюсь, что вы, значит, обратитесь за помощью в случае чего. Вот, всего самого вам хорошего и удачи!